Наводку осуществляю однообразно, то есть слева направо, ну, чтобы уменьшить разброс. Все выполняю согласно командам командира. Корректировки небольшие, орудие неплохое. Бьет точно. Абсолютно все. Температура заряда, снаряда, ветер, погода. То все учитывается. В минуту, я думаю, ну, выстрелов 10 сможем сделать. Ну, в принципе, точно. Ну, там бывает пристрелка, там, 1-2 снаряда максимум. А так точно бьет, хорошо. Ну, допустим, я сам пришел добровольцем сюда. И, ну, изначально был просто зарядным. Маленько поднатаскали, сейчас наводчик. То есть без проблем, если что-то произойдет, я также смогу сесть за рычаги. Ну, если какая-то такая ситуация. И вывести машину. Выскакиваем с микронорки, отрабатываем цель. Все, по команде буквально минута-полторы отбиваемся и уже опять в микронорку. Ну, потому что противника может обнаружить позицию. Ну и, соответственно, обстрелять. Вот, дабы, чтобы не подводить командир на себя.